Беженцы под опекой. 18 детей из Украины находятся сегодня на контроле Комитета по опеке и попечительству Сургута. Об этом рассказал начальник профильного ведомства Екатерина Сапко. Из них только 8 прибыли в наш город с законными представителями. В отношении 4 уже установлена опека. По 2 украинским ребятам вопрос решается. 3 несовершеннолетних пока не устроены в приемные семьи, но специалисты надеются, что это произойдет в ближайшее время. Екатерина Сапко отметила, чтобы надеяться на адресную помощь от государства, необходимо получить статус временного убежища. Если ребенок, не достигший возраста 18 лет, прибыл на территорию Российской Федерации без сопровождения родителя либо опекуна, для того, чтобы получить статус временного убежища на территории Российской Федерации, в принципе, любой родственник, находящийся на территории Российской Федерации, именно в городе Сургуте, может обратиться с несовершеннолетним в орган опеки и попечительства. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.